my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road to never end. Lost my head. Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне в гости на мой канал. Я рада приветствовать вас в новом большом мотивирующем видео. Желаю вам приятного просмотра и давайте начинать сегодняшний влог. Сегодня с утра у меня запланирована быстрая уборка пола в кухне-гостиной. И обязательно сегодня нужно отодвинуть диван и пропылесосить под ним, потому что не делала я это очень давно. И там, я думаю, что скопилось достаточное количество пыли. Сегодня в уборке мне будет помогать вертикальный беспроводной пылесос от суббренда Xiaomi Jimmy GV51. Это классный недорогой пылесос с отличными техническими характеристиками. Пылесос поставляется вот в такой вот упаковке и имеет очень приличную комплектацию за такие деньги. В комплектацию входит большая и мощная моторизированная щетка для пола, малая турбощетка для текстильных материалов, две щетки для труднодоступных мест, разборный контейнер для пыли, удлинительная трубка вишневого цвета, док-станция, с ее помощью можно крепить пылесос к стене, это очень удобно, аккумулятор, адаптер с кабелем для зарядки, моторный блок со съемным контейнером для сбора пыли и инструкции. Хочу сказать пару слов о бренде Jimmy. Это бренд, который сотрудничал с Xiaomi, и они делали товары для Xiaomi. А еще производитель Jimmy, компания King Clean, это самый крупный и крутой производитель в Китае. У них запатентованные разработки и очень высокая инженерия. То есть, покупая Jimmy, вы покупаете реально высокое качество. Установила большую и мощную моторизированную щетку для пола и с помощью ее делаю уборку в кухне и гостиной. Эта щетка эффективно очищает ворсистые и твердые поверхности от любого мусора. Вращающийся валик захватывает отлично пыль, песок, волосы, мелкие предметы, крошки, бумагу. Очень клево, что по бокам валика находятся зубчики, которые предотвращают наматывание волос и шерсти, отправляя их сразу же в пылесборник. Решила также пропылесосить наши декоративные подушки, которые находятся у нас в зале на диване. Для этого я использовала малую турбощетку для текстильных материалов. Она очень хорошо собирает микроскопическую пыль, пылевых клещей и шерсть животных. Я это проверила на себе, потому что у нас в доме есть очень мохнатый и пушистый шпиц, от которого много шерсти, и эта щетка отлично справляется с шерстью животных. Этой щеткой можно очищать мягкую мебель, матрасы, различные тканевые поверхности и даже обшивку салона автомобиля. И всегда, когда делаю уборку в кухне и гостиной, пылесошу диван, потому что у нас в доме двое детей. Они, когда смотрят телевизор, любят что-нибудь поесть вкусненького, погрызть что-то за просмотром мультиков. И постоянно у них какие-то крошки сыпятся на диван, различный сор после них или мусор. И когда я пылесошу диван, я использую щетку для труднодоступных мест, узкую. С помощью ее очень легко убирается сор и различные крошки, и этой щеткой также можно чистить углы и щели, допустим, в машине или в квартире. И щетку эту можно использовать в двух вариантах, с ворсом и без ворса. И второй щеткой для труднодоступных мест мне нравится убирать различную пыль, допустим, можно убрать вот пыль на камине, здесь очень много декоративных элементов, и эта щетка очень хорошо собирает пыль. Ну а теперь хочу сказать пару слов о самом пылесосе. Мощность всасывания пылесоса
износа 17 тысяч паскалей, время работы без подзарядки 50 минут. За это время можно убраться в квартире площадью более 120 квадратных метров. Очень он мобильный, благодаря своему маленькому весу, вес всего составляет 1 кг 450 грамм. Аккумулятор у пылесоса съемный, то есть можно его заряжать в любом месте, где есть розетка. И подводя итог, зачем же покупать беспроводной пылесос, хочу сказать, что это мобильность и быстрота уборки, это минимум усилий для поддержания чистоты в доме. Допустим, если вы что-то рассыпали, просто берете быстренько пылесос и тут же убираете, где намусорили. За счет простоты и удобства его использования вы будете его брать постоянно, и это приведет к тому, что ваша квартира всегда будет чистой, и на мой взгляд, это просто незаменимый помощник, когда есть в доме дети и животные. Ссылку на пылесос, где можно его приобрести, оставлю под видео, и также оставляю промокод. Сейчас решила погладить постельное белье, потому что собирались ехать по магазинам и по делам, но начался сильный дождь, и решили его переждать, и я не теряю времени даром, тем более у меня сегодня в списке дел как раз был этот пункт, погладить комплект постельного нашего белья, тем более комплект всего один, остальное я все перегладила на днях, и все вещи у меня разобраны уже по шкафам, тоже разложены, и быстренько сейчас глажу наш комплект постельного белья. Поедем по магазинам, нужно сделать закупку продуктов, небольшую продуктовую корзину купить. Когда приедем домой, обязательно покажу, что мы купили. И хочу с вами поделиться очень классным фильмом. Смотрели мы на днях с мужем его. Называется фильм «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном. Обязательно посмотрите этот фильм. Я думаю, что он вам понравится, потому что фильм интересный, местами смешной. Есть какие-то такие интересные шутки. Заставит он вас улыбнуться. И какие-то такие приятные впечатления у нас остались после просмотра этого фильма. Обязательно посмотрите, рекомендую для семейного просмотра. В принципе, думаю, что этот фильм можно смотреть и с детьми, ничего там страшного нет. Я уже практически погладила постельное белье, складываю натяжную простынь вот таким вот способом и складываю все постельное белье сейчас не друг в друга, а вот такой вот стопочкой. Мне так нравится больше, потому что очень удобно хранить его таким образом в комоде. И собираемся сейчас ехать в магазин, приедем, покажу, что купили. Ездили сейчас по делам, заехали в Ленту, давайте покажу, что взяли. Две пачки творога взяли, сметану, батон на сухарики, затем молоко одну штуку, сахарный песок. Кстати, сейчас сахарный песок по очень хорошим ценам, кто сейчас делает заготовки. Вообще, обратите внимание, что очень хорошие цены на него сейчас. Взяла булгур, очень мне нравится вот такой вот фирмы Агроальянса, очень вкусный булгур. И в последнее время очень часто его готовим, дети хорошо едят. И муж тоже очень просит, потому что почему-то, как он говорит, ему булгур напоминает перловку и очень ему нравится. Рис всегда беру круглозерный, длинненький не едят, у меня не нравится он им. Потом взяла вот такую вот упаковку здесь 1000 грамм, 1 килограмм получается, крабовые палочки. И вот очень вкусная вот эта вот фирма Банвида на какие-то салатики, мне вот очень нравится. Раньше брала в основном виши, а сейчас вот эта фирма более идет в приоритете у меня. Взяли вот такой вот лоточек шампиньонов. Шампиньоны по 99 рублей такая упаковка. Из бытовой химии взяли зубные пасты. Решила взять вот такой вот Аквафреш. Очень давно ее не брала, и сегодня она была по супер акции, поэтому ее и взяла. Затем лесной бальзам. Очень любит у меня Ваня эту пасту. Затем детям взяла солнышко. Точнее, они сами выбирают всегда, какую пасту они хотят. Взяли себе вот с такими зайчиками. Мыло Камей. Очень вкусно пахнет. Особенно вот этот ирис и витамин С. Кто будет в Ленте, обратите внимание. Просто какой-то безумный аромат. Как будто бы какие-то такие очень приятные духи. Очень вкусно пахнет. Из макарон взяла вот такую вот фирму, очень тоже нравится, из твердых сортов пшеницы. Взяла две упаковки, это на спирали, а это рожок витой. Затем томаты в этот раз взяла розовые, думала взять сливовидные. Сливовидные сейчас по 50 рублей, а розовые по 89. И все-таки выбор пал на розовые. Пакет почему-то их передает, и камера красными, на самом деле они такие красивенькие, розовенькие.
и очень ароматные. Кубаночку взяла, одну упаковку, тоже мне нравится томатная паста такая. Две пасты, которые мне все больше нравятся для приготовления каких-то блюд. Допустим, когда я готовлю борщ, да, кладу в зажарку томатную пасту или какие-то рагу. Затем готовлю, когда голубцы. Очень мне нравится лентовская паста 365 дней в такой жестяной упаковке. И кубаночка. Сегодня взяла кубаночку, потому что была скидка 50%. Тоже видно из-за того, что пора заготовок. Очень хорошо на них сейчас скинули. И также на масло растительное тоже идут большие акции. Люди прям набирают, я не знаю, как будто последний день живут. Затем здесь взяли карбонат на салатик. Карбонат, не помню, вроде по 180 рублей. Морковка подешевела, взяла 3 штучки. Тогда вам говорила, что морковь была в районе 100 рублей, сейчас она у нас 36 рублей. Затем пекинская капуста. Взяла вот такие две небольших штучки. Как раз одна вот такая вот у нас штучка уходит на один салатик, на один ужин. Очень удобно, не люблю брать большие, я всегда стараюсь выбирать именно вот такие вот маленькие. И капуста пекинская сейчас идет у нас по 120 рублей за килограмм. Кукурузу взяла двух видов разную, глобус я люблю для салатов использовать, а вот такую беру кукурузу 365 дней лентовскую для приготовления кесадили, потому что в кесадили все равно она подвергается термической обработке, и там как бы особо непонятно, глобус там или 365 дней, а цена как бы получается в два раза. Так, затем здесь у нас лук по 29 рублей, картофель тоже свежий, такой хороший, белый, очень хороший картофель, тоже по 29 рублей. Так, еще взяли куриное филе, вот такую подложку, куриное филе сейчас по 249 за килограмм. И взяли две упаковки, это у нас кузя, такие сладкие палочки, взяли две упаковки. Хотим с детьми вечером провести время, посмотреть какой-нибудь интересный мультик всей семьей, какой-нибудь такой полуторачасовой, диснеевский интересный мультик вместе посмотрим и будем есть вот эти вот палочки. Вот такая вот небольшая закупка была, сейчас буду все разбирать по своим местам, все мыть и убирать по местам. Разобрала я все продукты, бытовую химию тоже отнесла по местам. И сейчас решила сразу же приготовить салат, потому что крабовые палочки у меня подразморозились. И сразу же их решила использовать. Половину использую сейчас, а половину отправила в заморозку. И мне нравится, когда я покупаю большую пачку килограммовую, то оставшиеся палочки я замораживаю в пакете с зип-застежкой. Они очень хорошо таким способом хранятся. И никакой запах не проникает в пакет, то есть палочки не напитываются никакими ароматами в морозилке и хорошо переносят заморозку, если не в вакуумной упаковке замораживать. Салат очень простой, но вкусный. Давно мы его не готовили, и прямо сегодня захотелось. Может, это связано с тем, что сегодня у нас был дождик и хочется такой вот пищи, которую обычно мы готовим в холодное время года. Из ингредиентов нам понадобится для этого салата крабовые палочки, можно заменить на крабовое мясо, свежий огурец. Огурец я предварительно очистила от кожи, хотя огурцы у нас с дачи, но все равно такая кожа почему-то в этом году у них очень жесткая и твердая. Мне не нравится в салате, всегда очищаю от кожуры огурцы. Красный сладкий перец также я взяла одну штуку, смотрите. Все ингредиенты, их количество, исходя из того, сколько человек будет есть. Кукуруза консервированная, одна банка, и листья салата. В этот салат я беру листья в основном вот только от пекинской капусты, зеленую часть, белую часть я не кладу. Яйца куриные у меня уже отварились и натираю их на крупной терке, можно порезать ножиком на кубик. Тут уже кому больше как нравится, мне нравится, когда в салатах яйца натерты на крупной терке. И салат буду заправлять майонезом, можно заправить сметаном, тут тоже на ваше усмотрение. И специи буду только добавлять, соль по вкусу и все тщательно перемешиваем. И салат готов, очень быстро готовится и самое главное вкусный. Обязательно приготовьте, думаю, что вам такой салат очень понравится.
Давайте покажу новинку для нашей кухни. Только что Ваня привез мне, получил ее в пункт выдачи. Заказывала я на Озон, также можно было заказать на Валберес, но нам ближе получать из пункта выдачи Озон. Я давно хотела уже поменять свои кухонные принадлежности, наконец-то нашла, которые мне очень понравились, и выбрала вот такую вот фирму Баверии. Заказала комплект кухонных принадлежностей. В комплект входит 6 предметов. Это половник, шумовка, ложка, лопатка с прорезями, ложка для спагетти, щипцы и подставка. И материал, из которого выполнен набор кухонных принадлежностей, это идет гипоаллергенный силикон, бамбук, нейлон, нержавеющая сталь. Давайте сейчас распечатаю и покажу, какой классный набор я выбрала для нашей кухни. Все, распечатала я набор кухонных принадлежностей. Конечно же, я его выбрала в розовом цвете, потому что вся моя посуда для приготовления пищи в розовом цвете, и этот наборчик отлично ее дополнит. И сразу же, что мне бросилось в глаза, это очень удобная деревянная бамбуковая ручка, очень удобно за нее держать. И, кстати, за счет этого, то, что здесь бамбук, она не будет нагреваться. И еще хочу обратить внимание, то, что здесь удлиненная силиконовая часть, и это тоже здорово, потому что, допустим, когда будем накладывать борщ из кастрюли, будет погружаться только силиконовая часть, тем самым бамбуковая часть у нас не закрасится. И температурный режим у этого набора до 230 градусов. И в комплекте идет вот такой вот классный стильный стакан. Он идет открытого типа. Это тоже здорово, что здесь не будет скапливаться вода. Я буду хранить все эти принадлежности в этом стакане. Сейчас покажу, как я их хочу поставить и где. Набор я поставила рядом с сварочной поверхностью. Очень нравится, как он здесь смотрится. И самое главное, что будет очень удобно им пользоваться. Когда буду готовить, все будет у меня находиться под рукой. Или можно разместить вот таким вот способом, повесить все кухонные принадлежности на рейлинг. Тоже будет очень красиво смотреться. И это легко сделать за счет того, что в ручке есть вот такое вот отверстие. Я очень довольна то, что наконец-то обновила свои кухонные принадлежности. Заказала этот набор. Такой набор еще есть в черном цвете. Мне понравился набор. Он красивый, классный, стильный, качественный. Я его заказывала на Озон. Также такие наборчики есть и на Валберес. Ссылочки оставлю внизу под видео. Сейчас хочу загрузить стирку белого белья. Принесла кастрюлю с белым бельем. Вчера кипятила белые полотенчики вечером с тряпочками, с белыми, со стиральным порошком, с отбеливателем и с растительным маслом. И после этого кухонные полотенчики и тряпочки становятся очень белыми, прям белоснежными. И сейчас их отправляю в стиральную машину. И еще было и немножко у меня белого белья, также отправила в стиральную машину постираться. И стираю всегда белые вещи с порошком для белых вещей. У меня этот порошок от фирмы Fresh Bubble. Отлично он справляется со стиркой белых вещей. Сейчас пришла в ванну, у меня сегодня запланирована здесь такая просто глобальная уборка и переорганизация. Буду доставать из всех шкафчиков, ящичков, все перебирать, все свои косметические средства, все средства по уходу за лицом и так далее. Буду делать классную систему для хранения вещей в ванной комнате, потому что сейчас мне эта система совершенно не нравится. И поделюсь с вами потом, как у меня все получилось организовать в маленькой и неудобной ванной комнате. Я уже сняла занавеску, отправила ее стираться, нанесла средство от Homestar для акриловых ванн на ванну. Покупаю это средство Fix Price, оно мне очень нравится. И сейчас показывала вам баночку, там написано было лимонная кислота, но, к сожалению, камера не словила фокус почему-то. И наношу это средство по плинтусу, который приклеен на ванну. Я очень жалею, что мы приклеили этот плинтус. Сейчас я, конечно же, бы так бы не сделала, делала бы совершенно бы по-другому, потому что этот плинтус приклеивался или на герметик, или на какой-то клей, и он постоянно, вот этот вот клей вылезает, из-за того, что очень жесткая вода, он становится желтого цвета. И я выхожу из положения тем, что пользуюсь вот таким вот лайфхаком, возьмите на заметку, может кому-то тоже пригодится, просто нужно нанести лимонную кислоту поверх вот этого вот плинтуса, или, допустим, бывает
у раковины, на кухне какие-то вот такие вот желтые отложения от извести. И прямо вот вы увидите на глазах, как будет вот этот вот желтый налет сходить за счет того, что будет работать лимонная кислота. Способ реально работающий и очень эффективный. Обязательно возьмите на заметку, надеюсь, кому-нибудь это пригодится. Средство нанесла на ванну и оставляю его поработать, пока буду делать организацию и прибираться во всех шкафчиках. Это время будет у меня средство работать. Я уже достала все, что было у нас в навесном шкафчике над раковиной, и достаю все средства в контейнеры, выкладываю из-за тумбы под раковиной. Неоднократно рассказывала в видео, что мне эта тумба очень нравится. И кто сейчас задумывается о ремонте ванной комнате, обратите ваше внимание на тумбу. Никогда не берите тумбу вот с такими вот распашными дверками, потому что очень тяжело там организовывать систему хранения. Лучше брать в виде комода, так будет очень легко организовать и классно систему хранения, если у вас будут ящички все выдвижные. А за счет того, что у нас открывающиеся вот эти вот дверки, и потом я покажу, когда буду показывать всю организацию хранения, там еще находится у нас труба, и она тоже очень съедает много полезного пространства ящика, которое можно было бы организовать для вещей. Я достала все средства, которые у нас хранятся на полочках в открывающихся ящиках над раковиной, и все тщательно там помыла, убрала всю какую-то пыль, сор, какие-то, может быть, средства там были разлиты, тоже это все убрала. Протирала влажной тряпочкой со средством для стекол и зеркал. Нравится мне, как все отмывается этим средством. И, конечно же, помыла зеркало тоже с помощью средства для стекол и зеркал. Сейчас приступила к тому, что мою тумбочку под раковиной. Вот сейчас, кстати, видно, когда дверки открыты, какая там у нас находится труба. Эта труба у нас закрыта тоже экраном, сделана из плитки. И пришлось вырезать пространство, какую-то часть от мебели, от тумбы. И за счет этого получилось там очень узко и трудно организовывать хранение вещей. Сейчас я уже начала раскладывать все по местам. Принесла сюда зубные наши щетки и решила выделить детям отдельную полку. И нам с мужем тоже отдельный стаканчик под щетки, потому что так будет намного удобнее. И Ваня просил, чтобы я разделила наши щетки от детских. Сейчас я пришла на комод, здесь очень удобно мне разбирать, все находится у меня здесь под рукой, и вот комод в прихожей находится прямо напротив ванной, то есть тут буквально метра полтора, очень близко. Разобрала все средства, которые мне нужны, когда я умываюсь или делаю какие-то масочки, их я буду организовывать наверху в ящик. Сейчас взяла корзины плетеные из водного гиацинта, показывала я вам их, заказывала их недавно, и сейчас буду в них организовывать все вещи, которые мне нужны, когда я нахожусь в ванной комнате. Долго думала, делать мне вот эти вот вставочки из ткани или нет. Посмотрела в стеллаже, как смотрятся с тканью или без ткани. И мне, кстати, понравилось больше, когда есть внутри ткань, и решила все-таки ее туда вставить. Очень легко она вставляется, есть липучка на самой ткани и липучки на корзине внутри. Очень быстро все приклеивается на липучки, присоединяется. И, по-моему, так смотрится как-то интереснее, чем без этой ткани. Напишите, как вам, стали бы вы ее присоединять или нет. Мне будет интересно почитать. Сейчас показываю вам, как у меня сейчас все находится в стеллаже, хранится на полке. Здесь в этом контейнере у меня все хранилось вертикально, но, к сожалению, средства попадали, и получился такой вот беспорядок. Здесь находятся у меня различные маски, и внизу там убрано полотенце для ног, и еще крапива сушеная, делаю такой вот настой и Еве полощу голову, когда мы с ней купаемся. Сейчас вытащила все корзины из стеллажа, унесла их на комод в прихожую, чтобы мне там было удобно все разобрать и организовать. И протираю стеллаж. Очень много пыли на этом стеллаже скопилось. Особенно много пыли скапливается вот на этих декоративных элементах, которые находятся по бокам. Тоже протираю на них пыль. И протираю все просто
тряпочкой, без всяких средств, все отлично убирается и очищается. Нравится, как этот комод смотрится здесь, отлично он встал, сюда вписался в этот угол, просто как будто бы был создан для этого угла. К сожалению, чуть-чуть его нельзя пододвинуть ближе к стене, потому что буквально там на 1.5 сантиметра он не влезает из-за того, что здесь висит полотенцесушитель. Когда мы делали ремонт, мы думали, что у нас здесь будет стоять пенал высокий, белый, и под пенал рассчитывали, как будем вешать на стену полотенцесушитель. Но пенал так мы что-то и не купили. И я заказала вот этот вот стеллаж, и мне нравится, как этот стеллаж смотрится в ванной комнате сейчас. Разбираю все средства, проверяю сроки годности, какими средствами не пользуюсь, сразу же убираю, каким у меня рука не тянется. И, допустим, тоже посмотрела все даты, что-то у меня вышло из сроки годности, убираю. Какие-то средства у меня хранятся в больших объемных упаковках, также от упаковок от этих избавляюсь, чтобы места не меньше занимали, и раскладываю все по корзинкам по тематике. Допустим, в одной корзинке у меня будут храниться все средства для волос, которые мне нужны. Это сухой шампунь, различные средства для укладки, маски, филлеры и так далее. В другой корзинке будут храниться маски, в третьей все средства, которые мне понадобятся по уходу за телом и так далее. Потом попозже покажу, как мне все получилось организовать, более подробно расскажу и покажу. Также убираю средства от солнца, потому что сейчас уже август, солнце не такое активное, и как-то сейчас мы уже не пользуемся средствами от солнца, потому что уже достаточно так подзагорели за лето, тем более лето было такое жаркое, и уже не сгорим. А средство, которое подходит после загара, я решила не убирать этот лосьон, а использовать его сейчас после ванны. Думаю, ничего страшного в этом нет, потому что средство осталось совершенно немного, хочу его сейчас израсходовать и избавиться от этой баночки, не буду хранить его до следующего сезона, хотя срок годности позволяет. Сейчас в корзинку организовываю все маски, принесла маски не только те, которые у меня находились в ванной комнате, но и также маски, которые я хранила в холодильнике, потому что очень неудобно, какая-то часть хранится в холодильнике, какая-то в ванной, и постоянно ты забываешь, сколько у тебя масок есть и какие. Теперь у меня будет все в одном месте под рукой, буду выбирать масочку очень быстро и удобно. И также принесла из холодильника ролик из розового кварца для лица, для массажа, и массажер гуаша, тоже буду хранить теперь его в ванной комнате, потому что в комментариях писали, что не рекомендуется для лица делать холодный массаж. И если честно, когда тоже вот этот вот ролик и массажер гуаша находится не под рукой, а в холодильнике, вроде бы и охота сделать массаж, но для холодильника идти неохота. А теперь не будет отговорок, когда прихожу в ванну, все у меня сразу же будет находиться под рукой. Закончила я с организацией, ванну я уже все сполоснула, и, кстати, средство отлично поработало, лимонная кислота, в принципе, как и обычно, плинтус вот этот на ванной получился просто белоснежный. Занавеска тоже у меня выстиралась, развешиваю занавеску, и мне нравится занавеску для душа прополоскать с кондиционером, и потом очень приятный аромат стоит в ванной. Повесила чистенькие полотенчики на полотенцесушитель и показываю вам конечный результат уборки и организации ванной. И более подробно покажу чуть-чуть попозже в видео, пройдемся по всем шкафчикам, откроем их. Просто сейчас пока на одном дыхании, сразу же решила в туалете сделать быструю уборку. Взяла также средства для стекол и зеркал и быстренько прохожусь по нашему большому шкафу, который находится у нас в туалете. Кто-то писал в комментариях, зачем мы сделали зеркальный шкаф в туалете, что как бы вроде бы это, ну как не очень. Мы делали этот шкаф для того, чтобы расширились пространства в туалете, потому что если бы мы бы сделали шкаф не зеркальный, то туалет бы казался бы очень узким, а за счет того, что мы сделали дверки у шкафа зеркальные, получается то, что туалет расширился в 2 раза, очень сильно прибавился объем. И вот где стоит стиральная машинка, рядом с ней должна была стоять у нас сушильная машина, но решили ее пока не ставить, и, наверное, уже ее купим, когда переедем в новый дом, в эту квартиру ставить не будем.
протерла пыль на полочке, вымыла инсталляцию. Все у меня в туалете порядок, и сейчас давайте покажу подробно организацию ванной. Все, закончила я с уборкой и организацией в ванной. Давайте начнем с этого шкафчика. Покажу, как у меня получилось здесь все переорганизовать. Наверху две полочки мужа. Также в стаканчике его зубная щетка, не электрическая, и зубная паста. Здесь средства по уходу за полостью рта. Рядышком стоят наши щетки электрические. И в шкафчике, который слева, внизу находятся щетки различные детей. Здесь электрические и обычные зубные щетки. Часы песочные и зубная паста. В этом стаканчике я решила хранить ватные палочки и ватные диски. На следующей полке все средства, которые предназначены для умывания, различные пенки, гели для умывания, затем гидрофильное масло, здесь различные скрабы и так далее. На верхней полочке у меня находятся маски, затем какие-то глиняные маски, потом скрабы, все вот в таком вот роде. Мне очень понравилось, очень удобно, все в одном месте, быстренько буду находить. Очень нравится, как получилось организовать два небольших шкафчика над раковиной. Давайте пройдемся по тумбе, покажу, что находится в тумбе. На этой полке будут храниться различные запасники, допустим, зубная паста, ватные диски, женские гигиенические средства, затем здесь мыло, запасные насадки для электрических зубных щеток и также зарядное устройство к ним. И дальше всего располагаются миниатюры, кондиционер и шампунь. И здесь тоже в саше, мало ли пригодится, чтобы сразу же были под рукой, если куда-то ехать, быстренько в сумочку кинуть, и уже знаю, что здесь хранятся запасники небольших шампуней. Внизу располагается ирригатор. В этом шкафчике располагается у меня теперь бытовая химия. Вот так в контейнере очень удобно. Этими средствами всеми я пользуюсь именно здесь, в ванной. Это белизна, затем средства по уходу за акриловыми ваннами, тряпочка для стекол и зеркал, средства для зеркал, антибактериальное средство и это у нас получается зубной порошок. Я его использую, когда мою белую обувь. Отлично отмываю, берите на заметку. Подошва становится белоснежная. Зубная паста, какая-нибудь старенькая зубная щеточка. И подошва у белой обуви будет просто белоснежна. Здесь весь контейнер выделен для Мии, для собачки, для нашей. Средства для мытья лап, бальзам, кондиционер, средства по уходу за шерстью, когда мы ее расчесываем, пуходерка, когтерезка. Сзади находится у нас машинка для стрижки наших мужчин. И в этом шкафчике у меня располагаются перчатки для уборки, вантус на всякий случай. И дальше ведерко с различными губочками, тряпочками. Также там щеточка зубная, обычная щеточка. Тоже очень удобно. Мне кажется, это максимум, что можно было выжать из этой тумбы. Потому что она, как я говорила ранее, очень неудобна. Не берите такие тумбочки, берите только выдвигающиеся тумбы. И давайте покажу, как классно получилось у меня организовать все хранение вот в этом стиле. Здесь все средства мои и очень удобно, я думаю, что мне будет, обязательно буду делиться с вами. Сверху я расположила все средства, которые необходимы по уходу за лицом, это дневной крем, ночной крем, различные сыворотки, тонеры, и положила сюда вот такую вот повязку с ушками, точнее с бантиком, когда делаю различные масочки, очень удобно надевать ее на голову. В следующем ящике у меня находятся все средства по уходу за волосами. Допустим, здесь сухой шампунь, средства для укладок, термозащита, масло. И сзади находится для волос это филлер. И иногда делаю маски для роста волос, нужно репейное масло и перцовую настойку. Убрала все в пакетик с зип-застежкой, чтобы ничего не пролилось, потому что масло репейное имеет такое свойство как-то вытекать. И также положила еще сюда шапочку, которая нужна
когда делаю филлер или маску с маслом с репейным. Здесь очень удобно разместилось вот таким вот способом у меня все. Здесь находятся средства для массажа лица. Здесь ролик кварцевый, розовый. Здесь массаж нефритовый гуаша. И масло, с которым я делаю этот массаж, масло с лепестками роз. А здесь находятся у меня различные масочки, пробники какие-то. Также есть носочки для ножек, потом автозагар, крем для рук. Кто ищет хороший крем, берите на заметку. Вообще суперский крем, заказывала его на iHerb'е, очень он мне нравится. Здесь средства для рук и для ног. Так, в этом шкафчике, точнее в ящичке, у меня расположились все средства по уходу за телом. Допустим, хочу сегодня сделать сухой массаж. Здесь две щетки располагаются. Спрашивали меня, кстати, какие у меня щетки. Одна щетка у меня Ботавика, другая EcoTools, тоже заказывала ее на iHerb. Вот этой щеткой пользоваться удобнее, потому что ее можно вот так вот в нее руку вставить и очень себя удобно массажировать. И она не такая жесткая, как эта щетка. Но, конечно же, вот эта щетка тоже неплохая, потому что такой вот получается массаж, такой очень сильный. Также здесь различные скрабы, масло для тела и лосьон для тела. Очень удобно, можно сразу же будет нанести все после массажа. Здесь полоски для зубов, ножницы, пинцет. И в последней корзине у меня находится все, что нужно, когда я сушу волосы или делаю укладку. Фен, плойка, затем фен с круглой щеткой, расческа для сырых волос, можно ей расчесывать, и маленькая тоненькая расчесочка. Вот такая система хранения у меня получилась, мне очень нравится, я думаю, что будет удобно пользоваться. Главное, что у каждой вещи есть свое место. Пришла к Еве в комнату, сейчас хочу поменять ей постельное белье, и вместе с ней мы выбрали вот такое вот красивое с мишками, с пчелками и с божьими коровками, потом поближе покажу. Очень красивое постельное белье. Это белье сатин, и, к сожалению, я забыла при заказе указать, чтобы простынь была на резинке, и простынь мне пришла обычная. Конечно же, и взрослым, и детям удобнее покупать простыни на резинке, тогда ничего не сбивается и очень удобно, не нужно потом поправлять. Мы сейчас уже пойдем купаться, у нас вечер, сейчас пойду купать детей, загружу стирку постельного белья, которое сейчас сняла у Евы. И после купания посмотрим какой-нибудь мультик интересный всей семьей. Я вам хочу сказать огромнейшее спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, мне будет очень приятно. Я вам желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения. А мы уже увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч, пока!